Нужно придумать кодовое слово на случай экстренной ситуации. Хот-дог не хотите? Хот-дог! Это то, что нужно. Все их обожают. Были бы вегетарианцами, взяли бы рисовый рулетик. Я для тебя нашел идеальную должность. Охранять посольство — это не работа, это мечта. Ага, всю жизнь мечтал тут дверь сторожить. Смотри, не пальни ненароком из своего ствола от возбуждения, и рот прикрой. Оно на предохранителе. Да я тебе не про ружье сейчас. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Мою тетушку Хельгу. Ты даже внешне на нее похож. Что это? Вы оба отстранены. Убирайтесь! А чего теперь? Лично я собираюсь отыскать девчонку и вернуть работу. Правильно, я с вами. А можешь отмотать запись на начало? Весь вечер. И включи на перемотке. Татуировка, это же один из похитителей. Как ты допер? Фотографическая память. Не стоит судить по внешности, я тоже бываю хорош. Слышь, ты не умничай. В школе, небось, не было таких, кто бы от тебя не сбежал. Нет, таких не было. Да он прям реально копия моей тетки. Тогда у тебя шикарная тетя в моем вкусе. Взломаешь это тогда. Он поцелует тебя в засос, идет? Нет, вы что, совсем? Она уважающая себя женщина, которая не позволит идет. Просто... Хельга! Хельга, кого тут зовут Хельга? Только попробуй обидеть мою дочь, я тебе руки и ноги подрываю, а потом скажу, что так и было. Тиль Швайгер. Мы все умрем! Да она пуля непробиваемая! Палите сколько влезет, это бесполезно, вы тупейцы! Закрой окно, дебил! Матиас Швайгер. По вам двоим психушка плачет. Хот-дог. Не понял? Хот-дог. Чего ты бормочешь? Хот-дог! Ты голодный, что ли? Хот-дог. Мне нужна информация. Не одобришься солитити анумити информации? На траку не наручтуле. Ого, ничего себе. Че он сказал? Чтобы ты, любитель кудрявых мальчиков, валил отсюда. Так и сказал. Смотрите в кинотеатрах с 14 июня.